Сегодня сотрудники Министерства экологии выехали на проверку в поселок Мирный. Здесь они обнаружили несанкционированную свалку. Как говорят экологи, еще полторы недели назад это поле было чистым. На днях кто-то выгрузил сюда строительный мусор. Плохо, конечно, поле у нас хорошее было. Раньше скотина ходила, а сейчас нету. Кто халатно относится к природе, те и делают. А как говорится, не пойманный, не вор. Как рассказали сотрудники Министерства экологии, вскоре все изменится. С 1 августа стартовала акция, по которой жители поселка сами могут вывести на чистую воду нарушителя. Для этого нужно вооружиться фото- или видеокамерой. Причем за информацию осведомитель получит 1000 рублей. В их заявлении должно быть конкретное, фиксироваться конкретное место совершения административного правонарушения, конкретное автотранспортное средство с государственными номерами, на котором совершается административное правонарушение, и в частности человека, который совершает административное правонарушение. Цель акции – увеличить раскрываемость таких преступлений, ведь в большинстве случаев виновника найти не могут. Отправлять сообщение о сбросе мусора жителям Татарстана можно на электронный адрес Министерства экологии, либо же донести материалы непосредственно в здание ведомства на Павлюхина, 75. Эльвира Шарафиева, Айгуль Низамутдинова, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».